Детей никуда не отпускают. Все дома. Не будем дома с семьей. Так что, как все добраться? За пандемией будем дома, отсюда заболел. Планирую отмечать у себя дома. Так Аллах распорядился в этот раз. Что делать? Придется отмечать у себя дома. Потом мы наверстаем, иншаллах. Везде идет коронавирус, из-за этого лучше дома отмечать. Чтобы спокойно всем было. И своим, и родным, и близким, и друзьям. Мы будем просто дома семейным кругом отмечать, накроем стол. Без гостей, только мы семья. Ну да. Тоже устал, так сказал, если можно дома посидеть, подождать, потом, чтобы пока уйдет вирус. И так дома вместе отметить. Дома сидеть, не выходить из дома. Сам буду отмечать дома и всем остальным тоже советую. Только дома.